Оставайтесь дома, мы вам поможем. Так отвечают в волонтерском центре, когда к ним поступает заявка. В этот раз конечный пункт – квартира ветерана труда на улице Самарской. Юрий Александрович, мы вам принесли ваши препараты. И 25 числа мы вам еще принесем инсулин. Спасибо. Перед визитом сюда доброволец от молодой гвардии забежал в аптеку, купил лекарства, не забыл прихватить и кассовый чек. И подобная работа длится в Ульяновске уже третью неделю. Нашей организации очень важно помочь именно людям, которые находятся в категории 65+, потому что эти люди относятся к особой категории, то бишь к зону риска, и нам очень важно, чтобы они сейчас не выходили на улицу. Для их помощи есть мы, которые сможем все купить, доставить, принести и оказывать ту помощь, которую они попросят. Кроме граждан старшего возраста, волонтеры оказывают помощь многодетным, малоимущим семьям и другим нуждающимся. Звонки принимают по телефону горячей линии социальной защиты населения 8 800 350 46 46.